В ночь с 24 на 25 января произошел пожар в частном секторе на улице Белорусской. В результате огнем были уничтожены надворные постройки на одном из участков, а также поврежден жилой дом и автомобили соседей. Выяснить, почему произошло возгорание, работа дознавателей. После возникновения пожара поступает сообщение дознавателю, который, соответственно, выезжает на место пожара и проводит уже проверку, куда входит осмотр места пожара, сбор объяснений, какой-то информации, изъятие, возможно, каких-то предметов, это электрооборудование, могут быть какие-то жидкости, какие-то еще предметы могут быть, которые ценность информационную несут в себе, которые могут рассказать о причине возникновения пожара. Неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнем при курении, неправильное устройство печного отопления, умышленный поджог – это лишь малая часть причин, которые приводят к пожарам. Зачастую виновниками возгораний становятся сами владельцы сгоревшего имущества. Зная об этом, дознаватели стараются всегда соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь последствия лучше предотвращать, чем устранять. Видим больше, чем видит обычный обыватель. Всех домочадцев своих я заставляю отключать из розетки различные зарядки, чайники, телевизоры, уходя из дома. Все то, что должно быть отключено, оно отключено. В Искитимском отделе надзорной деятельности в должности дознавателя на сегодняшний день трудится один человек. Опыт Евгения Ревина сейчас перенимает стажер.